Мощное наводнение в Бразилии. Жертвами стали 12 человек. Среди них годовалый ребенок. Из-за сильных ливней, которые идут с воскресенья, парализованы движение автотранспорта. Из-за оползней рушатся дома. Власти отменили движение части автобусных маршрутов и пригородных поездов. Только в Сан-Паулу за сутки выпало почти 110 миллиметров дождя. Это 70% месячной нормы осадков. В некоторых районах введен режим ЧС. Синоптики прогнозируют, что ливни будут идти еще двое суток.